Красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться, сказал Омар Хайям. Помогать людям выглядеть красиво – это профессия модельера одежды. Первый журнал мод был опубликован в Германии в 1586 году. Журнал назывался «Оригинальная книга одежды», был рассчитан на аристократов и содержал в себе информацию о моде и ее последних тенденциях. Его основателем был немецкий бухгалтер Матеуш Шварц, увлекающийся модой. На протяжении 40 лет немец шаг за шагом фиксировал всю свою жизнь. Он нанимал художников для зарисовки своего гардероба, давал рекомендации по сочетанию цветов, по различным комбинациям в одежде. Известно не менее 130 акварельных рисунков, и этот список время от времени пополняется. Поиск идей – это одна из важных составляющих профессии модельер. Работа над образом начинается с эскиза. Необходимо уметь производить точные расчеты и пользоваться специализированными программами. Модельер-конструктор создает лекала и документы для швейного производства, переводя эскизы и наброски в чертежи. В моей будущей профессии необходимо умение работать со швейным оборудованием и техникой. Здесь, в школьной мастерской, я могу реализовать свои самые смелые идеи. Заглянем. В моей будущей профессии необходимо умение работать со швейным оборудованием и техникой. Модельер-конструктор должен разбираться в материаловедении, участвовать в доработке и примерке моделей. Мне нравится создавать красивую одежду, но для того, чтобы мое увлечение стало профессией, необходимо еще многому научиться.